снимать. Сегодня вот нам посчастливилось приобрести вот такого поросеночка. Ну, прям такая классная желтенькая свинка. Ну, это, конечно, похоже больше на мутанта, потому что свинки бывают розового цвета. Ну, это какой-то желтенький. Вот. Посмотрим, как на него реагируют Марта и Берта. Он еще может издавать вот такие звуки. Ты чего? Сняла? Андрюша, сняла? Прекрати. Вот. Я не сняла. Его, вот. Ну, Андрюша, ты садись. Сейчас вот. Снизу соседку. Вот смотри, сейчас вот. Ну, что ты делаешь? Они тебе сейчас поцарапают. Один вот такой. Поросенка. Одно из них. Так, а вот сейчас у нас нет как прыгать. Сейчас там. Сейчас соседи придут. Хватит, отдай. Все, я думаю, поросеночку. Кранты. Ну хватит тебе, блин. Андрюш, ну хватит. Блин, ну сейчас они тебя поцарапают. Хватит тебе. Блин, бросай. Я говорю, бросай. Бедный поросеночек. Он так жалобно кричал. Уже не кричит, что ли? И он еще кричит. Хороший поросенок попался. Долго пищит. Вот здесь съемка пройдет. Идет 5 минут. Thank you.
Они эту пищалку не проглотят? Не, хороший поросенок, еще до сих пор пищит. Блин, Андрюша, бросай. Я не могу. Все. Берта уже высунув язык, дышит.